Почтовые отделения нашего города все больше расширяют спектр предоставляемых услуг. Сложившаяся ситуация с беженцами из Украины не прошла мимо внимания почтамта. Как почта помогает людям, оказавшимся в нелегкой ситуации, нам рассказал начальник Конаковского почтамта Елена Леонидовна Большова. Пересылка посылок с гуманитарной помощью для граждан Юго-Востока Украины. Также организован в пунктах коллективного доступа в отделениях города и района бесплатный доступ в сети интернет. Ведется прием почтовых переводов благотворительного характера в адрес федерального клиента «Помощь беженцев из Украины». Помимо этого, одним из самых важных пунктов остается услуга «Миграционное уведомление». В любом почтовом отделении можно заполнить ряд бланков, которые необходимы в миграционной службе. Эти услуги аналогичны тем, что предоставляет паспортный стол. После заполнения бланков на почте их сразу отправляют в единую миграционную службу Твери. Для беженцев из Украины эта услуга бесплатна. Каждый, кто прибывает в нашу страну после оформления документов, начинает задумываться о работе. И с этим почта тоже рада помочь. Мы принимаем на работу беженцев с удовольствием. Требования к соискателю минимальные – среднее специальное образование и хорошее знание ПК. Подробную информацию о работе и предоставляемых услугах узнавайте в почтовых отделениях города.